Российская теннисистка Мария Шарапова ответила на жалобы одного из болельщиков на ее постоянное снятие с турниров, на которые он покупал билеты, чтобы увидеть игру российской теннисистки. «Я обычно не делюсь своими травмами, потому что они происходят на территории профессионального спортсмена, и мы знаем, как с ними лучше справиться. Но это сообщение меня тронуло. Я не участвую в соревнованиях, если не полностью готова к нам. Мое левое предплечье начало неметь во время матча первого круга в Индиан Уэллсе. Я испытывала периодические боли до этого, и врачи запретили мне перелеты в ближайшие 3 недели восстановления. Если вы думаете, что мне нравится ходить по врачам, делать уколы и МРТ, то вы ошибаетесь, особенно учитывая, что Майами является одним из моих любимых турниров. Мне очень жаль, что вы не сможете увидеть мою игру, специально купив билеты. Но я надеюсь, что билеты будут использованы, а я буду делать все, чтобы набрать форму и быть готовой соревноваться», — написала Шарапова в своем твиттере. Шарапова пригласила болельщиков на турнир в Майами.